Всем привет, с вами Женька, и сегодня я хочу поговорить о... О да, это та самая педалька, которая разрывает жопу многих музыкантов. Boss ODB3, или просто Bass Overdrive от Босса, или просто Boss, блядь. Много говна выливается в последнее время на эту педаль, и что-то меня это начало беспокоить. 10 лет, значит, я практически 10 лет. Да, практически 10 лет я с ней практически не разлева, да? И тут я узнаю, что, оказывается, это полное говно. А я даже об этом не подозревал. За 10 лет у меня было около 5 педалек вот этих. Первое нашел на репетиционной базе где-то в 2008 году. Пару лет она пролежала у меня под столом, я ее не доставал, не знал, что с ней делать. Кучу раз я избавлялся от нее, она мне возвращалась обратно. Я от нее избавлялся, она возвращалась обратно. И вот 2 года назад она снова попалась, блядь, ко мне. Последние несколько лет я использую овердрайв очень часто. В любой музыке и практически никогда его не выключаю. Настолько сильно привык, что не выключаю его никогда. Давайте же мы, короче, успокоим уже и подключим бас-гитаре. Overdrive Boss. Как много, блядь, в этом звуке. Много говна льется в последнее время. Я, честно сказать, не очень понимаю, почему это так происходит. Возможно, просто какое-то предвзятое отношение к этой фирме. Возможно, просто люди не могут как-то ее настроить. Я не собираюсь никого сейчас переубеждать, заставлять менять мнение об этой педали. Я просто расскажу, как я ее использую. И что мне в ней нравится. Провод. Алло, слышно? Значит, что, сейчас она в байпасе. Здесь я включил эмуляцию, которая находится внутри Ableton. Немножечко хороса, потому что я люблю такой звук, чтобы он был немножко по панораме размыт, то он просто не посередине бьет. Дальше никакой эквализации, чуть-чуть гейта, чтобы я мог спокойно так усидеть и ничто нам не мешало общаться. Так, ну что ж, я ее использую как легенький овердрайв, который добавляет чуть-чуть сатурации, чуть-чуть загрязняет звук, чуть-чуть его раскрывает какие-то частоты, просто делает инструмент ярче. Сейчас я вам покажу вот этот мой любимый пресет, который я использую. Так, ну, что-то типа такого. Значит, баланс практически в ноль на единичку, и гейн, там что-то тоже между ноликом и единичкой. Вот чистый звук. Включаем. Когда же добавил бы низкий частот, будет чуть-чуть и громкости. Потому что когда ты включаешь овердрайв, необходимо, чтобы было слышно, что ты что-то включил. Если громкость будет на том же уровне, то... В 90% случаев именно с таким пресетом работает у меня педаль. Но не только с таким звуком можно играть с этой педали. Например, в одном инструментальном проекте я добавляю чуть больше грязи, чуть больше перегруза, но бленд я оставляю на том же уровне. Добавляю гейна. Слышно родной звук бас-гитары, слышу всю эту сральню перегрузную, мне нравится. Да, вот этот звук какой-то немножко синтетический, можно назвать, ну, вот это, да, вот этот пердёж и треск. Многие его не любят, потому что считают, что это какой-то цифровой, ну, просто говняный звук. Здесь вот этот шум, вот этот вот треск, вот этот характерный, боссовский, можно использовать себе в выгоду. То есть как-то заполнить чуть-чуть микс, чуть-чуть где-то подосрать, чуть-чуть добавить какого-то презенса. Ну, опять же, раскрыть немножко звук бас-гитары. В этом ничего нет плохого. Я не вижу ничего плохого в этом песке. Его всегда можно прикрутить вот этой ручкой двухполосного эквалайзера. Чуть поменьше, можно на 2 часа или на час поставить. Никакой песок вас не будет раздражать. Соответственно, если отключить кабинет, отключить эту эмуляцию, то... Ну, блин, это уже не очень нравится.
Даже в таком случае можно убрать немножко высоких частот. Соответственно, немножечко чуть-чуть низких, потому что что-то слишком пердит. Включу обратно кабинет, потому что не кайфово так в линию-то играть без капсима. То вот, пожалуйста, давайте фузы. Добавишь-ка низиночки и высоких. Да, слушайте, атака, ну атака вообще замечательная. Так что, ребят, крутите примочку, не бойтесь что-то с ней делать. Это замечательный бюджетный овердрайв, который можно использовать. Я не знаю, с ним можно, блин, орехи колоть просто, его не будет жалко. При средней цене на вторичке в 3000 отличный перегруз, если уметь им пользоваться. Им, что бы вам ни говорили, на нем можно накрутить хороший звук. Не будет того песка, который вот слышно при игре прям в линию. Ну, кто играет сейчас в линию без капсима? Даже если на концерте вы не подзвучены микрофоном, и звук идет через дебокс прямо в пульт, то в современных пультах у звукорежиссера всегда есть какой-то капсим, который он в любом случае включит, чтобы не было вот этого сраного вот этого песка, который так не любит никто. Поэтому пробуйте, ребят, пробуйте, крутите. Отлично, дали. Ах, да-да-да. Ребята, видишь, можно использовать эту педаль не как перегруз, а как преамп. Здесь же есть крючок громкости, здесь есть эквализация. Почему бы не использовать ее, если не любите перегруз? Это байпас. Сейчас включаем и... Добавим чуть низинки и высотинки. Ну и, конечно же, громкости. Есть немножко пердеца такого, но в этом нет ничего страшного, все равно за шквалом инструментов его не будет слышно. Да давайте вообще еще чуть-чуть прямо тут сральника добавим небольшого. Вот! Пожалуйста, еще один способ применения, как предусилитель, например. Даже если его юзать в каких-то непонятных условиях, например, в каком-нибудь корпоративе, вы там каверщик, например, и нету ничего, кроме аналогового пульта, например, да, и там двух сателлитов с сабвуфером. Вот сейчас я отключу эмуляцию комбика, если играть прямо в линии, то здесь, соответственно, немножко убираем высоких. Ну и срайд тоже убираем. Чистый звук. Сами все видите. За свои деньги это отличный вариант с большим потенциалом. Крутите, слушайте. Это же, блин, не Behringer какой-нибудь, не Лель, а нормальная контора, нормальная педалька с Тайваня за 3000 рублей. Блин, пожалуйста, что хотите с ней делать. Так что... Я всех люблю, обнимаю. Ставьте лайки, комментарии и прочее. Не побрезгуйте уж, пожалуйста. Peace!